В этом зале есть один человек, который в свое время поменял 100% судей, а второй раз тоже проводили реформу, поменял их 80%. Это я. И это было в моей стране, в Грузии тогда. И поэтому в 90-х годах мы поменяли практически 100% судейского корпуса. И опять после того, как они скурвились, через несколько лет нам пришлось опять большинство их менять.